Всем привет! В общем, такое видео интересное хотелось бы записать. На просторе Ютуба я обнаружил видеозапись. Один мужчина демонстрировал баян и рассказывал про него, про его производство, про изготовление деталей этого инструмента, про его своего рода уникальность и редкость. Баян называется «Волга». У него был инструмент красного цвета, но в таком же исполнении. Мех тоже был красный, такой же, как и корпус. Все было то же самое, только красного. Этот баян зеленый. И я, просматривая видео, заинтересовался этим инструментом и вспомнил, что у нас на форпосте в городе я встречал объявление о продаже баяна «Волга». Но продавался он достаточно дорого, скажем так, для простого инструмента, для незнающего человека и для меня тоже. Цена казалась достаточно большой. И я подозревал, что инструмент убитый, потому что, как правило, все инструменты, которые у нас продают, они все убитые. Ну и когда я приехал, естественно, я сторговался, за нормальную цену его взял. Потому что он был, состояние было у него предсказуемое, такое, которое я и ожидал. Такое, как у всех инструментов, которые продают и которые приносят на ремонт. Все инструменты убитые. Они никогда не ремонтировались, либо делались ремонт самостоятельно, с помощью какой-нибудь восковой свечи заливалось что-то там, каких-то что-то отрезалось, ляпалось какой-то жгут, межмеховое пространство и подобные, в общем, манипуляции мистические с инструментом, которые приводили его еще в большую негодность и в усложнение капитального ремонта. Крайне усложняли ремонт, потому что половина времени уходила просто на то, чтобы исправить то, что наделали хозяева инструментов, пытаясь самостоятельно отремонтировать столь сложный прибор, как баян. Инструмент. Вот, и попался он мне. Баянная фабрика, город Пугачев, баян «Волга». С виду он весь очень хорош. То есть у него свежие ремни. Видно, что на нем мало играли. А несмотря на то, что у него высокий, большой возраст, он в отличном состоянии в плане, скажем так, корпуса. Но несмотря на это, конечно, он находится, опять же, в очень плачевном состоянии. Я сейчас немножко поиграю. Я на нем не играл еще, даже вот ремни нет. Ну, я так пробовал, что он пищит. Вот примерно в каком состоянии сейчас. Половина кнопок, да даже больше, прилипла, изогнута, пищит, все там пересохло. Ну, бас немножко работает. Детали целые, даже вот эти пукли, которые называются штуки, даже они на месте, обычно их нету. Ремни очень старые, но они совершенно не изношенные. Но, естественно, я все равно их буду менять, вот, потому что они уже все в трещинах, они дубовые. Инструмент как бы сохранился, слава богу, что его не убивали. Буду его восстанавливать и сниму видео по восстановлению инструмента, думаю, будет очень интересно. Я знаю, что с ним делать, я еще его не открывал, но я знаю, что с ним делать. У меня уже выработался определенный алгоритм ремонта, методика. Постепенно как бы совершенствую свои навыки, меняю материалы используемые. Инструменты с каждого ремонта у меня получаются лучше и лучше. Вот. И я думаю, этот инструмент я приведу в идеальное состояние.